Всем привет! Вы на канале спортивных новостей. Кленовые листья терпят одно фиаско за другим и рискуют не выйти из группы. Нынешний чемпионат мира пестрит сенсациями, но есть и матчи с топ-вывесками. Даже сборные Канады и США на турнире представлены далеко не самыми звездными хоккеистами. Но все привыкли, что матчи между этими сборными проходят в увлекательной и интересной борьбе. И Канада, и США свои первые матчи на мировом форуме проиграли. И если поражение звездно-полосатых от финнов можно было спрогнозировать, то сенсационный проигрыш кленовых листьев от сборной Латвии навсегда войдет в историю как первая победа латвийцев над Канадой. Итак, сегодня сборная Канады со счетом 1-5 проиграла команде США в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Канадцы впервые в истории чемпионат мира начали турнир с двух поражений и занимают предпоследнее 7-е место в турнирной таблице. Канадские болельщики не скрывали негативных эмоций от игры своей команды в соцсетях.